Вот мы сейчас стоим и начинаем работать. То есть, чтобы правильно выработать, у нас ударная техника, она не стоит. Техника не стоит за счет рук. Руки – это вот кулаки, или там локти, или там еще что-то там. Это средство доставки силы. Сила идет с ноги. То есть мы работаем на ножке. То есть мы вот. Вот. Даже в боксе, когда ходит, первая основная задача – встать в стоечку, потом учиться качаться. С ноги на ногу, с ноги на ногу, с ноги на ногу. Удар идет с ноги, идет с ноги. Значит, у нас сейчас будет задача точно такая же. Но! Чтобы понять импульс удара, мы начнем делать с простого движения. Когда вот мы стоим, ножки у нас заряжены, мы стоим, у нас вот мы делаем отклончик. Отклончик, причем смотрите, вот, сначала поработаем на этом отклончике, и вот руки пусть подвигаются. Вот они. Вы должны почувствовать импульс, как работать должны руки. Не просто встать. И вот так, это глупость. Для самообороны абсолютно. Это уже, то есть, по тебя должны бить. Нет, здесь наоборот. То есть мы должны почувствовать. Вот. Сюда дернули, оп, пошли. Оп. И вот это движение, когда мы откинулись, дистанцию туда разорвали. То есть мы, видите, перевели. Оп, руку туда. Оп. Оп. И наша основная задача ба-бам! За ним успеть. Поэтому мы сейчас с вами будем делать именно это действие. Руку как бы выставлять вот это, на нее не обращая внимания, а просто организовать. Раз. Вот видите, руки на него. Оп. Оп. И как только вот эта сила, которую мы закидываем, которая идет в нас, мы ее пересогласовываем вот сюда, в пятку, то есть он уходит. И эта пятка вот носком толкается. То есть мы ударили, и носочек начинает вводить в этот толчок. Дальше идет поворот. То есть вот и все. То есть вот эта сила, которая идет в меня, вот видите? Вот эта сила, которая идет в меня. Видите, куда она меня? Да? Вот, что я делаю? Оп. Она, видите, куда идет? Оп, теперь пытаюсь меня как бы сейчас столкнуть. Видите? Вот она, видите, сила. Оп. Оп. Оп, ты просто толкай. Толкай. Вот я уперся, да? По мне просто не толкай. Вот, видите, толкай. Все, вот он, куда уходит. Видите, куда уходит сила? Сюда. И отсюда мы ее сразу выбрасываем. То есть мы стоим. Оп. Оп. Пока не делаем такое движение. Оп. 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 Пум. 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 Оп. Отклончик туда. И пока вот ручки так спокойно ходят, двигаются, мы просто наблюдаем за вот этим действием. Оп. Оп. И туда. Сразу. Отдача должна быть тоже, наверное. Без этого. Да. Оп. Туда. Оп. Мы загрузили. Сила сюда пошла. Ура. Мы ее забрали. Ура. Мы ее забрали. О, мы его забрали. О, забрали. И получается, если он ударит быстро, мы сразу возьмем бам-бам туда. Успейте за той рукой, которая уже ушла. Иначе просто все это суп от хвост и начнется бойня, нам только вы передумаете. Поехали. То есть, вот это вот мы сейчас поделали. Да? Раз, теперь дальше. О, вот это действие должно сделаться, как будто вот там раскаленная сковорода. Дюпай, обожглись. И вот здесь не надо сейчас делать быстро. А наоборот, заставить мозг свой поработать вот это как раз движение по маятнику. Тюм, от чего ты отлетел? Пружина, от чего срабатывает. Вот здесь мы как раз делаем. Хоп. Пау. Хоп. Вытянули. Хоп. Можете кулак, можете не кулак, можете просто. Но здесь должен быть, а здесь спокойно. Почему? Во-первых, мы ушли, и сразу у нас акцент идет вот на этом действии, да? То есть мы не делим ни раз, ни два. Оп, и туда. Оп. Дальше руки, посмотрите. Руки двигаются. Пока я сюда ушел, отклон. Я руку выставил вперед, это пришла сюда. О, и пошло. Вот эта рука, она как бы стрела, выпущенная из лука. Полетела. Мы раз. Вот это движение руки, удар, да, когда он не бьет. Я тоже бью, да,
не бьет. То есть и это же движение лука и натягивание тетивы. То есть все одинаково. Поэтому основная опять идет форма. Мы оп, и сюда спокойно, оп, а сюда спокойно. Сюда мы выше, зарядились, и от этого, вот от этого, видите, движение синхронизированное. Вот это движение синхронизированное. Оно одно. Не два, не три, одно. И оп! И влетело туда. И мы должны вот туда запустить спокойно. Спокойно, и все у вас выйдет правильно, все вытянется, все нужно именно так, как это нужно будет. Ну вот туда. Пам, пам, пам. Движения легкие, нигде ничего не фиксируют, ни мышцами, ни плеч, ни бицепсом, ни трицепсом, ничем. Даже кулаком особо не фиксируем. Спокойно. О, спокойно. Раз. Спокойно. Раз. Видите, отклон. О, мы зарядились. И сюда запустили. А руки двигаются спокойно. Выпускаем медленно. Заряжаемся. Выпускаем медленно. Вот это вот. Нам главное вот эта сработочка. Вот здесь медленно. В конце. Ну, до конца. Поехали. Дальше идем. То же самое мы уже делаем, включаем это как ударную часть. Но, еще раз говорю, сейчас мы не делаем акцент на вот этого не надо. Не надо руками вообще акцент делать. Руками мы просто пробиваем. Все, вот теперь наша с вами задача. Видите движение? Оп, полетело сразу. Видите? Все, раз. Все. Все, понимаете, это организовать, не надо делать вот так. Это уже все, ребят, смотрите, как тратится силы. Это, во-первых, время, пауза между действиями. Во-вторых, затрата сил. И так мы помашем чуть-чуть, и у нас не хватит выносливости. А здесь даже как бы выносливости большой не надо. Потому что все просто организовано. Видите, движение, вот, они сами пошли. Бум, все. Бум, кинули, все. Бум, кинули, все. Бум-бум. То есть не надо проталкивать туда. Не надо напрягать, надо просто поставить вовремя руки. Бам-бам. Все. Не надо ничего напрягать. Поехали. То есть ставим пару, задача. Вот смотрите, задача одного это бить. Это и уйти. А задача как раз моя, например, раз, и я как раз за этой ручкой должен успеть. То есть мы должны успеть за этой ручкой. То есть все то же самое. Можете начинать пока не спешно. То есть за рукой, видите? И заодно начинаете отрабатывать, вот смотрите, помните, когда-то я вам говорил, чтобы бить, не думая о защите, чтобы удар ваш был и защита, и удар встречный, не надо бить через руку. А просто вот, фу, вот уже. Видите, чем сильнее он будет бить, тем быстрее он наскочит. Поэтому мы не только делаем отклон. Оп, оп. Но еще и встречаем, видите? Бам-бам! И нас, чем быстрее он будет бить, тем у нас, соответственно, это все будет заводиться. Сейчас же, ну, не спеша. Бам! Он бьет. Бам! И назад, а я наоборот. Бам! То есть на отклоне вперед. Понятно? Мы пока работаем. Раз по 20 минут. На ногах, на ногах. Пружина срабатывает на ногах. Пробивай голову. Атакующий бьет в голову. Нет, в голову, а не около головы. Реально, он на тебя идет. Ты почему на тебя идет? Потому что ты не достаешь сантиметров 20. А ты должен ему бить в затылок через челюсть. Попадай. Чтобы отклон был, попадай. Попадай. Успеваем за рукой. Расслабились. Свободней. Пам-пам! Пам-пам! Пам-пам!
Бам-бам!